ты знаешь, кто такая проститутка? Нет, а кто? Хорошо. Она просто дура. Да. Здравствуйте, агентство Клеопатры? Да. Апартаменты, выезд, массаж. Ну да. Вы подъезжаете по названному адресу? К нам подъезжаете, да и все. Можно подъехать, да? Да. Так, ну а как дорого это будет стоить, а? 700 рублей час одна девушка. А вот по поводу массажа, она действительно умеет делать массаж или это просто заголовок? Нет, умеет.